В эфире программа для тех, кому все интересно. Информация обо всем на свете в нашей программе. В летний зной и зимнюю стужу мы с вами. Зубная боль, ссора с другом, плохое настроение – не повод пропустить наш телеэфир. Сегодня в программе. Анонс, шифровка. Ей не нужны зубочистки. На ветру. Или. Ей не нужны зубочистки. Вообще-то, они нужны всем, у кого есть зубы. Но в мире природы, кстати, есть такой феномен. Роль зубочистки у животного выполняет птичка Тари. Она добровольно чистит зубы крокодилу, а он терпеливо ждет, пока стоматолог закончит чистку. Возможно, нам расскажут про эту странную дружбу. А если нет? Ну, тогда герой нашего сюжета или без зубов, или просто не заморачивается насчет гигиены. Это департамент шерифа, Южная Калифорния. Вы плывете рядом с 15 белыми акулами. Рекомендуем вам выйти на берег. Страшно? Большая белая! Нет? Ну и ладно. Сегодня поговорим о морских обитателях, а точнее об акулах. Эти агрессивные животные держат в страхе все прибрежные города. Или нет? В общем, давайте знакомиться. Ближайшее к нам море Черное. И, как известно, самые распространенные в нем акулы – вида катраны. Они небольшого размера, от 1,5 до 2 метров. Их еще называют колючими из-за шипов на спине, а иногда даже морскими собаками. На человека катраны не нападают. Но если чересчур любопытный дайвер схватит ее за хвост, то, конечно, получит достойный отпор. А это ковровая акула – мастер маскировки. Пятнистая окраска позволяет ей часами прятаться на дне в ожидании жертвы. Среди кораллов и ракушек разглядеть ее непросто. К счастью, она не опасна для человека, потому что питается ракообразными и моллюсками. Из-за так называемой бахромы на теле эту рыбу называют персидским ковром. А настоящее имя хищницы – вебигонг, в переводе «лохматый бородач». Слоновая акула или австралийский королек встречается на южном побережье Австралии и Новой Зеландии. Нос этой рыбы напоминает хобот слона. С его помощью она выкапывает еду из песка. Необычная, правда? Для человека она тоже не опасна. А вот человек для нее... Многие считают ее очень вкусной. В воде колоринг излучает серебристое сияние, из-за чего ее еще называют акулой-призраком. Некоторые виды акул еще до конца не изучены. В 2010 году в восточной части Тихого океана поймали уникальную рыбу. За талант ускользать от ученых ее прозвали акулой-ниндзя, пока исследователи обнаружили всего 8 особей необычного вида. Из-за маленького размера ниндзя безопасны для человека, чего не скажешь о лисьих акулах. Эти красотки в длину около 5-6 метров, включая 3-метровый хвост. Он помогает им в охоте на стаи мелких рыб. Эта хитрюга приспособилась глушить рыбешек хвостом и прекрасненько ими обедать. За это она получила еще одно прозвище – акула-молотилка. Очень прожорливо. Но человек не входит в ее рацион. Акул люди считают одними из самых опасных морских обитателей. Но современные ученые утверждают, что это заблуждение. В мире есть и более опасные существа. Например, медузы. Вы не поверите, но по статистике из-за них ежегодно погибает почти 60 человек. А из-за акул всего 9. Вот только медуз, в отличие от акул, мало кто боится. Серьезно? Надо бы узнать поподробнее, каких медуз стоит опасаться. Справка. Самая опасная медуза Черного моря – корнерот. Она отличается мясистым куполом синеватого или фиолетового цвета. Внизу расположен рот, похожий на щупальца. О, Господи. Он покрыт стрекательными клетками, которые вызывают ожог. Какой ужас! Встретите эту красавицу с корнями вместо рта. Не прикасайтесь ни в коем случае. Обожжет. Что нас ждет дальше? На ветру. О, море. Парусник. Брызги в лицо. Акула! Стоп. Лучше так. Мотоцикл. Еду по трассе с разрешенной скоростью.
ветер в лицо, мимо пролетают деревья. Вот это драйв! Моя версия – мотоспорт. Люди, которые мечтают прыгнуть с парашютом, но не могут осуществить это из-за боязни слишком большой высоты, часто пользуются таким сооружением, как аэродинамическая труба. Она применяется на военных базах, спортивных тренировочных лагерях и просто для развлечения публики. Аэротрубы бывают разными и отличаются по нескольким параметрам: тип конструкции, размер, расположение вентиляторов. Аэротрубы с винтом сверху отрывают от земли, словно всасывая человека. Вентиляторы, что расположены снизу, воздушной струей подталкивают человека, и он словно птица парит на восходящем потоке. Аэротрубы бывают и мобильные. Их можно расположить под открытым небом, а еще перемещать с места на место. А вот закрытые комплексы устанавливаются только в помещении. Что же происходит со счастливчиком, которого мы сейчас наблюдаем? Он совершает такие же маневры и испытывает те же нагрузки, что и парашютисты. При этом он может совершать всевозможные движения и повороты, тем самым регулируя скорость падения. Но, конечно, он не упадет. И, несомненно, это плюс аэродинамической трубы. Профессиональные спортсмены оттачивают каждое движение, ведь от этого зависит качество номеров, особенно групповых. И не обязательно иметь большое количество реальных прыжков с парашютом. На уровень мастерства это никак не влияет. А еще в трубе можно провести соревнования, но для этого не нужны подходящая погода и наличие самолета. Спортсмены получают возможность полного погружения в атмосферу реального полета, что позволяет реально оценить собственные силы. И это, заметьте, при минимальных рисках. Что касается пользы для здоровья, то во время парения нагружаются все мышцы, укрепляется вестибулярный аппарат, сжигается калории, что, конечно, приводит к потере веса. Полеты в аэротрубе покоряют сердца многих. Спортсмены-парашютисты отрабатывают свои навыки. Новички, которые мечтают прыгнуть, покоряют воздушный поток. Любители танцев показывают свои умения. А влюбленные устраивают необычные свидания. Полет в стакане. Лица у всех довольные. Видимо, это стоит испытать. Но когда в наших местах появится аэротруба? А пока летаем во сне. Анонс номер 3. Или. Знакомо? Или ты готовишься к экзаменам, или я заберу у тебя телефон. Только не это. Уверена, что в сюжете нам точно придется что-то выбирать. Пусть этот выбор будет хотя бы приятным.
сделан, и проверка показала результат. Что ж, вы узнали свои слабые места. Но однозначно стали сильнее, и не только в русском языке, но и в познании окружающего мира. Но не задирайте нос. Фронт работы еще не закончился. Мир огромный, а эфир у нас ежедневный. Место встречи – Первый Приднестровский. С вами была ведущая Лиза. До встречи и берегите себя. Пока!